Можно ли получить 450 тысяч рублей от государства на выплату ипотеки, если у заемщика трое детей от разных браков? Давайте разберем подробнее этот вопрос. Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Если совсем коротко отвечать на вопрос, да, можно. Давайте разберем подробнее эту выплату многодетным в размере 450 тысяч рублей. Итак, господдержку на погашение ипотеки может получить заемщик, у которого с 2019 года родился третий или последующий ребенок. В правилах нет требований, чтобы все дети были рождены в браке с одним и тем же человеком. Давайте разберем примеры. У мужчины есть ребенок от первого брака. Во втором браке у него рождается еще двое детей. Мужчина – родитель троих детей. Младший рожден с 2019 года. Оформленная на него ипотека может быть погашена выплатой в размере 450 тысяч рублей. Пример второй. У женщины есть двое детей от первого брака. Во втором браке рождается еще один ребенок. Супруги берут ипотеку как созаемщики. Этот кредит может быть погашен за счет выплаты для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Дети без гражданства Российской Федерации или при лишении родительских прав не учитываются. Кем может быть многодетный родитель в кредитном договоре? Заемщиком, на которого оформлена ипотека. Поручителем по ипотеке, если она оформлена до 30 апреля 2021 года, и у поручителя есть право собственности на долю в этом жилье. У многодетного родителя по этому кредиту может быть созаемщик, которому не предъявляются требования о количестве детей. Например, если заемщик – мать троих детей, а созаемщик – ее супруг – отец только одного ребенка. Друзья, еще больше новостей на нашем телеграм-канале «Приоритеты». Обязательно подпишитесь и следите за новшествами в законодательстве. И расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия.